Всем привет, дорогие друзья! Состоялся релиз тестовой версии игры Minecraft Garage на Android. Эту игру теперь можно скачать через Market, ссылочка будет в описании. Я уже снимал обзор на предыдущий тест, объяснял, на каком этапе сейчас находится игра и сказал, что игрушка находится на рассмотрении в Market. Но потом произошла ошибка, разработчики ее исправили и вот игра вышла. В общем, скачайте по ссылочке в описании, мы с вами еще раз поиграем в эту игру Minecraft Garage на Android. Настройки. Графика высокая, нажимаем на крестик, играть и ждем загрузки. И сразу вы видите этот УАЗик и очень много запчастей. Что с ним? Я уже в принципе рассказывал, но если вы не помните или же не знаете, то я сейчас быстро вам объясню. Это УАЗик Головастик. Ну нифига себе в рифму, да? Очень много деталей. И это как бы все нужно оптимизировать чисто для вас, чтобы не лагало. Потому что если его полностью собрать, то игра ужасно лагает, потому что эти детальки, запчасти просто-напросто не оптимизированы. Как только это все произойдет, выйдет обнова, где будет этот УАЗик. А сейчас пока что в ваших руках имеется такая жига. Полностью ее собираете и катаетесь по большой карте. Пока что нету работы, либо же там магазина, либо что-то еще, потому что это тестовая версия 0.01. Просто самая-самая-самая-пресамая, по сути, первая версия, которая вышла в маркет. Я ее уже почти собрал, а нет, вру, не почти. Давайте полностью соберем, я как-то ее попало собрал. Так, использовать, видите, еще даже домкрат такой и ключ такой. Эти все текстурки нужно заменить, это все будет со временем, потому что это тестовая версия, которая вышла в маркет, все понятно. Так, решеточка, отлично, так, задние фары поставим, так, установить, так, берем еще одну фару, установить, так, все. Так, задний бампер тоже поставим, отлично, так, а где передний, а вот у нас передний, тоже ставим. В руках его не видно и почему-то показывает сюда. Странно, почему? Ведь я могу нажать сюда и он сразу ставится. Так, отлично. Жига почти собрана. А, она уже вся собрана. А что осталось? Это что, переключатель? Нифига себе, бардачок валяется. Это что, козырек? Так, это что, боковые зеркала? А нафиг они нам нужны, да? Все, садимся в машину. Так, зажигание, заводим и выезжаем. Гаспол, гаспол, гаспол. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за звук? Оказывается, кое-кто забыл выключить звук. Ну, ничего страшного. Поехали так, покатаемся. Я аж испугался, если честно. Просто всегда, если я снимаю игрушки, они без звука. А тут звук добавился сам по себе как-то. И я испугался. Да нет, не испугался, я же не трус, да? Так, это получается звук мощного движка V15 на 300 лошадок. Что еще? Турбина москвичевская стоит. Короче, жига заряжена. Сейчас мы с вами едем в город. Поворачиваем налево. Так, проезжаем мостик. И все, вперед по этой дороге. Кстати, теперь нету проблемы с Колизей. И как бы теперь все нормально. Машина катается по дороге, нигде не застревает. Потому что в прошлом тесте такое было. Возможно, вы помните. Все, гаспол. Сейчас будем выжимать максималочку этой жиги. Давай, роднуля. Давай, 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 гаспол. Давай, сейчас. Капец, она медленная. Че ты такая медленная? Гоним, 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 гоним. Так, куда ты погнал? Стоп, ладно, поехали так, по полевой. Давай, давай, 120 FPS. 100 км в час, отлично, жига роднуля. Переживаю как за себя. 110. Давай, 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 сквозь деревья, просто топи. Ну, короче, такая вот не быстрая жига. Но самый интерес будет тогда, когда вы будете ее собирать. Сейчас она у меня полностью собрана, конечно, вам не интересно, да, типа, ё-моё, а чё ты так катаешься, а чё ты ее не собрал? А я уже вот так вот катаюсь. Тут, а в салоне свободная камера, да, все как бы, ну, как бы вам сказать, минималистический стиль, это да. Все, гаспол, гаспол. В общем, вот такие вот дела, ребята. Я почему застреваю? Там же не было ничего. Странно, нужно передать разработчикам. Также вы можете писать под этим роликом свои пожелания, свои находки, баги, да. Либо что-то еще. Я обязательно все отправлю разработчикам. Так, что это? Вы видели сами, да? Это баг, который нужно исправлять. Ладно, это все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и... Сейчас покажу вам мотор. И пока.